Хайоу, гайз, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. В прошлой серии мы, короче, с вами долго ездили туда-сюда, а сейчас нам нужно пойти вот сюда, к нашей девке. Насчет артефакта поговорить. Так, вижу, какие-то эти херни отдыхают, раки. Тут рак еще жив. Так, тихо. Мне... А, мне места все равно нету. Тут есть где-то продажа? Черт. Ладно. Блин, а... Да иди ты в сраку, все. Отменяется. Короче, мой план. Мы с вами едем продавать вещи. Где у нас продажа вещей осуществляется? Короче, мы едем с вами на звезду. В следующую локацию. Я зайду, там сразу должны быть ящики. Ох, тихо. Оп. Тихо. Кто знает, что вас ждет в хранилище? Лучше подготовиться как следует. Продать. А, у меня базука стоит, что ли, на этом? Ладно, я с ней хожу, да? Снайперка это уже. Так, граната продать, щит продать, все. Все хорошо. Значит, мы далеко так не отправляемся никуда. Чик. Так, что у меня по оружию? Быстро взять этот автомат вместо херри этой. Так, снайперка перезаряжена, все хорошо. Раки сидят снова там. Лети ко мне. О, летит. Хорош. Какие-то артефакты. И это ж черт. Да ладно, ладно. Нормально. А, побежали вперед, плевать. Не походу бесконечные. Просто пиши, и все. Так, все. Дальше нас встречают раки. Очень много раков. Ой,
Так, раки, а то мусорчик. Ой-ой-ой, это ад. С пушкой и рак. Фу, готово, ладно. Где-то эта тёлка здесь у нас. Ты не с этой планеты. От тебя странно пахнет. Это я пукнул. Так. Ярко. Добро пожаловать в мой лагерь. Ярко. Или в то, что от него осталось. Ярко. Так, куда мне идти? Это новая локация, да? Угу. Мы ищем здесь сейчас все. Так, лезем на крышу. Скорее всего, там что-то будет. Мне так кажется. Может быть. Может быть. И здесь ни хера. А если повыше? Попал все-таки. Я вон вижу сундук. Так, паркур начался у меня. Поехали. Так, револьверчик. Тихо. Так, ну и блин. А, ладно. Сейчас снова попытаюсь залезть. Сверху там никогда. Походу. Походу на то, что я падаю. Окей. Попытаюсь залезть сюда. Да. Почему бы нет? На продажу. Не хочу тратить патроны снайперские. Шоковый пистолет. Модификатор 11 кусков. Ништяк. Дерьмо. Подобрать. Плевать на этих крабов. Бежим до нашей машины. Которая здесь стоит, да? Да. Ништяк. Окей, так. Оп. Я, короче, уже более-менее запомнил дорогу, если сдохну. Вот эти бочки. Две такие бочки, если взорвутся около меня. В машине хана. Ну, если я заехать не могу. Ты будешь так кричать, когда мы тебя поджарим. Ты будешь так кричать. Ты мне кровь. Так. Так. Так, так. Хорошо, хотя меня взрывы не убивают. Так, а вот... Тихо. Так. 321 день.
Во время работы я провожу большую часть времени, разговаривая с людьми, которых здесь нет. 2 дня назад объясняла матери, как программа перевода, написанная мной, помогла понять, что фактически означает весь этот эридианский текст, который я пытаюсь расшифровать. Моя мать умерла 16 лет назад. И на самом деле ее никогда не интересовала наука, если уж на то пошло. Я не уверена, дошла ли я уже до точки, откуда нет возврата. Но мое упорство, унаследованное от нее же в первую очередь, будет удерживать меня здесь, пока я не узнаю, где именно находится хранилище. Или пока я не забуду окончательно, что я собиралась сделать. Так, я не понял, она мне рассказала о хранилище что-то? Или она мне сказала, что там добыть? Так, ладно, не суть, храмовая пушка. Повези. Повреждения в ближнем бою. Повреждения взрывов. Взрывом. Навык мести. +2. Так, навык мести 2. Это у нас что? Навык мести. Месть это вот это, да? Я его не качаю. Максимум здоровья на 20%. Навык телохранитель. А телохранитель это у нас... Ага, вот это. Он у меня вообще не прокачан. Так. 20%. А это много 20%? А ну-ка. Сейчас я восстановлюсь. В какой-то степени. Так, все. Так, у меня сейчас 700, да? Так, инвентарь. Сто, да. Здесь только повреждения в ближнем бою. Ну, 66%. Нет. ХП лучше. Так, граната. Искать, где мне взять транспорт. Транспорт, так, назад. Дневник там, да? Да, там дневник еще. Один мой дневник подбирали. Ой, я уже не помню даже где. Тихо. По-моему, там наверху есть ход. Тупые раки. Опа. День 457. Это потрясающе. Думаю, я могу раздеться догола и сделать несколько кругов, торжествуя. Давай. Но я отложу это до цикла сумерек, боюсь любопытных глаз. Перед тем, как перегрузить и расплавить 4 из моих 13 квантовых компьютеров, программа смогла расшифровать чуть больше, чем я сумел раньше. Починка займет несколько дней. Но я нашла много повторяющихся упоминаний о событии, происходившем каждые 200 лет. Оно повторялось много раз с символом, который чем-то похож на круг с перевернутой буквой «Ви» внутри. Возможно, это знак хранилища. И что-то связанное с ним случается каждые 200 лет. Что сегодня на ужин? У меня будут яйца. Так, ужин, яйца. Хотите, в принципе, можно сходить. Я не против. Во, посмотрите. Это арены. Как они выглядят. Вот
получается. Проход, вот сама арена. Для игры вам нужно вот два игрока. И все. Больше тут ничего искать. И такая же херь есть в этом. В первой, типа, локации самой. Мы там тоже такое видели. Когда первую зачистку делали. Так, 2:30 ночи. Ништяк. Так, куда бы мне ближе? Поводите. Не, пойдемте за машиной. Я пробегу до конца, не обращая на этих жуков. Бегу, 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 бегу. Все равно они меня пробивают слабо. Потом я вернусь обратно в New Heaven. И там сдам все задания. Как раз сапнусь. Отправляемся в путь. Эй, не пора ли нам в путь? Скорее даже всего. Скорее всего. У меня даже будет опыта на следующий уровень хватать. Ой, куда-то я заехал опять не туда. QR-код еще один. В сраку. В сраку, в сраку, в сраку. Ух, это херь много наносит, ладно. Так, сюда. Налево. Приехали. Как-то у вас тут пусто. Так, наверху ящиков нету. Ничего нет, окей. День 493. Корпорация Дальтоль как что закрыла все шахты на Пандоре. Думаю, они обезумели. Ну или... Или их заставило принять это решение какое-то безумие. Месторождение Иридия на этой планете принесли корпорации огромную прибыль. Благодаря им финансировался мой проект. Это учитывая, сколько стоит здесь рабочая сила. Интересно, что Даль будет делать с каторжниками, работавшими на шахтах, которым они не заплатили? Не думаю, что кто-то из них станет мне другом. Что? Самое странное то, что субтитры, наверное, уже все давно заметили, не подходят по озвучке. Так. Виноваты. А это эти жуки. Нет, после них нужно все собирать. Там косарь, да, будет? Косарь, косарь, давай. Косарь. Так, окей. А, заеду с центрального входа. Вот так. Сначала поговорю с этим. Зайду к тёлке и сдам задание ей в комнату. Если есть. И... Привет! Чего ищешь? Новости до тебя уже дошли? Прямо безумие какое-то. Не стесняйся. Ну давай же, такси плюс. Так, ништяк.
Так, теперь к тебе. Приветствую еще раз. Что бы ни было в хранилище, надеюсь, это можно обменять на припасы. Путь очищен. Это последний, да, типа миссия, которая у меня есть? Да, активная. Сейчас я сдам еще 6 штук. 5. Так, путь очищен. Больше у меня, как я понял, миссий нету, да? С тобой поговорить нельзя, с тобой тоже. Может, я Зеду нужен? Зед. Тебе что-то нужно? Да нет. Тебе уже сообщили все, что тебе нужно знать. Так, чтоб патроны по патронам, что? По патронам у нас все, окей. Так, восстановление здоровья за удар, либо сокращение перезарядки. Прокачиваем, так, дальше и все. Центурион. Так, эта миссия у меня где? Айрел Сквер. Пора и по газам! А телепорт? Я помню, тут где-то телепорт был еще. Так. Я, короче, сейчас наверное, чтобы вы не ждали долгую загрузку. На машине. Да, давайте на машине лучше проедусь. Мне нужно до конца сейчас повернуть сюда. Снова налево, да? Прямо, окей. Прямо, направо. Доехать до конца, снова направо. Так, прямо до конца. Я проехал. Ты тоже иди ко мне. Давай, 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 лети, лети. Засал? Или нет? Засал. Так, ладно, все, заходим. Прижмем эту сволочь! Только что понял. В смысле? Ля, я тут этих получил. Окей. А, далеко? Нет. Окей, здесь рядышком. Что мне по ружке новый? Базука. Открыто теперь. 416, это 500 с чем-то. 248. Сравнить. С моим вот этим. Ну там точность будет лучше. Скорость перезарядки увеличена, повреждение лучше. Оптический прицел, если там нету его. Я оставляю свой, окей.
Так, что дальше? Еще мне добавилось тут такого. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Это... Я ж продавал их. Окей. Так, кислота продам. Бомбы продать. Так, 273. 306. Слоган FES. Технологии плюс большая емкость магазина равно моя победа. Отмена. Недорогое, так, а надежное, легковесное оружие с очень высокой скоростью перезарядки. Тедиор изготавливает простое в использовании оружие. Хм, 36К. В принципе, я могу себе позволить. Высокая эффективность против брони и шанс поразить врагов коррозией. А там у меня, по-моему, пламя. Оно стоит 12 кусков. Ну это... Как я слышал. Так, а куда мне идти? Окей. Туда, прямо, да? Окей, поехали. Так, перезарядиться. Crazy Earls. Crazy Earls, это у нас мусорный берег. Да? Мусорный берег. Ой, какой он огромный. Так, это оружейня, ну-ка. Гранаты должны не просто взрываться. Приобретайте новые модели гранат. Хо-хо-хо-хо. Говно какое-то предлагает. Вот нужно щит купить очень хороший мне. А, скаги. Чё надо? Ты же Гитлер, чел. Чё надо? Чё надо? Чё надо? Скатерть. Скатерть, дорога, ага. Так, где эта миссия? В этой стороне, самом внизу. Хорошо, это где у нас? То же самое. Наверху это другая вообще локация. Туда нам идти не нужно. Так, стопы. Это самом в конце, в углу берега. Это Дорога. Тоже, ладно, пойдемте. Эта штуковина включена? Да. Слушай, никакой награды ты не получишь, пока не избавишься от всех паразитов. Готово. Вот так. Окей. Паразит, то есть ты имеешь в виду этих жуков убить? И все? А, мне все равно уже времени нету. Ладно, отойдем, кто-то сейчас сохранюсь и все. Почувствуй это. Так.
Ого. Урон на 5 лучше, но оставлю, ладно. Другие характеристики хуже. Другие характеристики хуже. До хера очень много бомб. Так, вопрос на миллион. Допрыгну ли я? Так, ладно, пособираю сначала все, что здесь есть. Так, я сохранился, окей. Так, оружие, снайперка. Я ничего. Нет, не хочу в воду падать. Я хочу пойти, короче, попытаться сейчас это сделать. Запрыгнуть. Забрать эту шумоточку, то, что там внутри. Прыгнул, окей. То, что надо. Ништячок. Так, чел, что там по заданию? Пауков убито, бандитов убито. А теперь мне просто ходить это бандитов добивать. Без проблем. Так, а теперь я, короче, сомневаюсь, что мне нужен огненный урон здесь. Потому что он как-то слабо пробивает врагов уже. И мне это не нравится. Вообще не нравится никак. Я, короче, револьвер. Окей, они меня не трогают, я их не трогаю. Нападут, я нападу в ответ. Так, там есть туда проход и есть сюда. Я иду сюда, куда мне показывают вот этот флажок. Да, я люблю его. С кем ты думал? Ох, как это больно. Так, не над, надо мной, да? Нет, не боюсь. Как мне к ним залезть теперь? Ладно, отхилюсь. О, я понял. Так, давай. И все. Ну да. А это псих?
тебя прижали. Так, хорошо, что они говорят то, что они делают. Слишком он тупой. Сверху они лезут, значит, я иду рашит. А, мне всего лишь какое-то количество бандитов нужно убить. И все. Похоже на то. Но мне все равно этого еще убивать. Который здесь, да, находится? А, это заряды нужно какие-то найти. Так, деньги. Оружие. Снайперка какая-то бухая. 40 урона? Или это было не снайперка, ладно. Так, еще место есть, ладно. Куда дальше? Хорошо, я понял. А, я их отсюда шли убил уже, этих врагов. Тогда мне нужно наверх. Наверху я вижу, там тоже пространства много. Вот здесь два домика. И тут домиков 6. Писов. Да, сюда их выстреливал. Сюда больше никуда не пойти. Сундуков здесь нет, денежка есть. 97 долларов. Кто не палит? Так, сейчас того здоровяка нужно грохнуть. От нас не уйдет! Пулеметчик где? Они надоели. Так, тихо. Время. Ладно. Второе, очень много патронов. Поехали. Нужно коррозию использовать. Будет, если выпадет снова. Двери. Чё? Мне нужно было сюда прийти, так? Под низом? Нет, здесь вот все. Ой-ой-ой, я понял. О! Сезам, откройся. Так, револьверка. Модификатор класса. Не для меня. Щит улучшенный. Не для меня. Херовый. Максимум здоровья. Я его использую. Слишком он хорош. Так, теперь вернуться к тому старику. И можно заканчивать. Вернуться к нему можно по-шустрому, просто по этим домам.
Так, здорово, чел. Да, все нормально. Я от него, до него осталось добежать, сдать ему...